Как открыть свое дело и сделать его успешным? Об этом и не только поговорили на тренинге в Ивановском центре «Мой бизнес». Тема встречи – генерация идеи, которая должна стать базой для будущего предприятия. На подобные мероприятия приглашают не только начинающих бизнесменов, но и тех, кто только думает заняться коммерцией. Задания вот как раз-таки такие. Сформировать бизнес-идею, понять, какие ошибки бывают на старте и как их избежать. И дается определенная теоретическая часть, а дальше именно задание проработать на примере их конкретных идей. А в дальнейшем уже на азбуке предпринимательства мы прописываем бизнес-план по всем необходимым категориям. И маркетинг, и производственный план, и управленческие ресурсы, и финансовые ресурсы. То есть все, что необходимо для старта. Ведущие тренинга подчеркивают, что это не лекция или семинар, на котором каждому предложат готовую модель прибыльного бизнеса. Вместе с наставником можно обсудить свою задумку, получить ответы на интересующие вопросы и узнать про подводные камни, которые ждут начинающих предпринимателей. Идеи какие-то есть, но сложность то, что непонятно, как их осуществить. И я думаю, то, что тут можно будет найти людей со схожими интересами или... Дальше, как я понимаю, будет рассказываться, как формировать партнерство, то есть как вот создавать и как его начинать. Вот это вот самая вот основная информация. Тренинги в центре «Мой бизнес» бесплатные. Здесь можно не только поднаторить в предпринимательском ремесле, но и познакомиться с единомышленниками и найти компаньона. Подробнее о предстоящих тренингах можно узнать на сайте «Мой бизнес 37». Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.